Что случается в интернете за одну минуту? Например, в Netflix происходит 69 444 часа просмотров, отправляется 150 миллионов имейлов, в Uber совершается 1400 поездок, в Snapchat размещается 528 тысяч фотографий, из App Store загружают 51 тысячу приложений, а в Амазоне продают товаров на $203,596. В популярной сети LinkedIn регистрируется более 120 аккаунтов. В Твиттере делают 347 тысяч новых твитов, а в Инстаграм постится более 38 194 фотографий. В Вайн заливается 1 миллион коротких видеороликов, а в Spotify прослушивают музыки на 38 052 часа. Люди ищут в Google 2,4 миллиона запросов, а YouTube смотрят 2 миллиона 780 тысяч раз. WhatsApp отправляют 28 миллионов сообщений. Ну и в Facebook авторизируется 701 тысяча человек. И это все, ребят, за одну минуту.